Выпущен очередной прицеп рамка с откидывающейся рамкой. Так вот он выглядит. Есть запоры. Одноосный, резиножгутовая подвеска. Человек будет, видимо, что-то на нее устанавливать. Сначала, конечно, ставить на учет, потом делать установку. Все, теперь съем только за деньги. Что-то ставить будете, да? Да нет. Просто вот в таком виде что-то возить, чисто, да? Чисто под лодку и под грузы. А, он просто такой вот универсальный. Он, я смотрю, это откидывающийся будет у вас, да? Да, да, да. А это для того, чтобы вдруг, а я захочу снегоход, угу, вдруг квадроцикл, раз. Логично, все, логично. Раз. Какая здесь, какой размер получился вот здесь? Чисто рамка 2,5. Длина, а ширина? Ширина не знаю. Как, вы не заказывали ширину? Ширина как стандартная, я не знаю, посмотрю. Ну, 1,25 м обычно вот она идет. Я так думаю, что любой снегоход, квадроцикл должен. Ну, по размеру, если, да, да, вот подходит. Да. Ну, удачной эксплуатации вам. До свидания.